Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком. И сегодня мы приехали попробовать такой старинный способ ловли карпа, как ловля на палки-поставушки. Вот такие вот. Видел в интернете одно видео, где ловили на такие вот, на такую вот снасть. И тоже решил попробовать. Приехал сюда на речку. Здесь у нас в этой речке есть карп, лещ хороший. Вот, ну, по крайней мере, 5 лет назад очень хорошо карпа я здесь ловил. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Посмотрите, очень интересное видео. Вот, а сейчас мы здесь, значит, попробуем поймать его на поставушке. Снасть довольно простая. Использовалась еще нашими дедами и прадедами. Вот такая вот палочка. Здесь вот с этой стороны рогаточка. Сюда наматываем леску, сколько нам нужно. Ну, я думаю, здесь немного, далеко мы не будем кидать. Все около под берегом, где-то метра 2-3. Вот. Потом делаем оснастку, леска 0,40, диаметром крючки Овнер, 4 номер. И вот такие грузы, чтобы немножко притопить наш поводок. Итак, сейчас делаем оснастку и пойдем, значит, искать место, куда их поставить. Поскольку рыбаки уже здесь наведываются, и не хотелось бы, чтобы они мою оснастку вытащили. Так что надо где-то ставить ее в таком месте, куда рыбак просто так не сядет, чтобы порыбачить. Где-нибудь под кустами, под деревьями. Ну ладно, не будем терять времени. Давайте делать оснастку и приступим непосредственно к самой ловле. Погнали. Итак, значит, леска. Диаметр 0,40, как я уже сказал. Ну, метров 5, я думаю, отмотаем. Так. Раз. Так, есть. Теперь привяжем, значит, ее к рогатке. Соответственно. Так, выявилась одна такая сложность намотки, поэтому сделаю здесь небольшие такие засечки, для того, чтобы леска лучше укладывалась вот именно вот здесь, в этом месте. Вот так вот. И с этой стороны тоже так. Итак, все подмотали. Теперь, значит, можно привязать крючок. Крючок сразу буду вязать на эту леску, поскольку оставляем оснастку, значит, на время. И не хотелось бы, чтобы рыба ее запутала или порвала, поэтому максимально должна быть прочная оснастка. Значит, вяжем крючочек. Отлично. Ну вот, поводок наш готов. Отрежем лишнее. Все, отлично. А, чуть не забыл. Надо еще груза повесить. Ловить буду на кукурузу. Поэтому хотелось бы, чтобы она немножко притопилась. Поэтому повешу такие два грузика где-то по 1 грамму. 2 грамма, значит, грузики. Так, раз. И два. Сейчас мы их зажмем. Все. Оснастка наша готова. Крючок, 2 грузика и, значит, сама наша палка. Вот таким макаром сейчас сделаю остальные 2 штуки. И уже будем их искать место, куда можно будет забросить. Итак, выбрал, в общем, одно место, вот это первое, здесь заброшу. Здесь вот под этой коряшкой. Я думаю, навряд ли кто-то сюда пойдет рыбачить. И, ну, тут ветки просто мешают сами по себе. И вот, в общем, туда вот, в тот район заброшу первую нашу, значит, палочку. И здесь ее вот так вот втыкнул, становлю, я думаю, никто ее не заметит даже.
Так, и значит, насадка сегодня у нас будет это вот такая кукуруза. Сейчас мы ее откроем. Так, есть кукурузка. Значит, что мы делаем? Отматываем необходимое количество нам лески для заброса. Я и говорил, что придется отматывать. Тоже вот. Возможно, есть какое-то другое решение этому. Но я думаю, нужно все отмотать, потому что неизвестно, как я далеко смогу забросить. Лучше пусть это будет максимально далеко. Ну, вот так вот. Значит, леску отмотали. Что дальше делаем? А дальше мы насаживаем нашу кукурузу. Вот на такой крючочек где-то вот 3 зернышка, вот так вот будет оптимально. Такой вариант. Думаю, карпу должно понравиться. Все, давайте попробуем забросить теперь. Ну вот мы видим, что довольно недалеко от берега, поэтому даже можно и попробовать перезабросить подальше, если получится. Даже можно попробовать перезабросить подальше. Во. Вот это уже нормально. Так, и значит, ставим нашу палку таким образом, чтобы ее никто не видел и никто не утащил. И я думаю, не лишним будет той же самой кукурузой прикормить то место, куда мы забросили. Вот так, отлично вообще. Карпику должно понравиться наше, значит, лакомство. Вот так вот еще давай. Тут у меня на 3 штуки как раз хватит. Отлично. Все, остается только надеяться, что у нас что-нибудь из этого выйдет. Приедем, может быть, вечером или завтра утром. Проверим. Идем ставить оставшиеся 2 штуки. Вот такое место тоже выбрал. Здесь деревья, точно никто не сядет. И вот туда тоже, думаю, можно будет забросить. Всю ту же самую процедуру делаем. Отматываем полностью.
Можно даже сразу, я думаю, установить ее в землю, втыкнуть, как она должна будет стоять, а потом уже забросим. Таким же макаром насаживаем кукурузу. Раз, два, и вот такая пузатенькая наконец, три. Вот, таким образом получилось. Так, давайте попробуем забросить. Что тут у нас? Ну, в принципе, нормально. Тут, правда, вот эта ветка помешала. Сейчас мы ее поправим. О, отлично. Все, шикарно, вообще не видно ничего. И сейчас также прикормим кукурузкой. О, все, идеально. Место вот это вот очень мне понравилось. Посмотрим, что оно нам принесет под конец. Ну что, осталась одна штука. Одна рогаточка, вот там, я думаю, место тоже есть. Здесь недалеко. Попробуем там поставить. Все, кто-то на лодке плывет. Надо быстренько отойти, чтобы никто не заподозрил, что мы здесь ставим наши поставушечки. Все, продолжаем. Так, ну вот и нашел я, значит, третье место, где можно забросить нашу оснасточку. Тоже довольно тихое, навряд ли здесь кто-то будет ловить. Поэтому остановлюсь я на нем. Так, также сажаем кукурузку. Три штучки. Так, нет. Этот заброс мне не нравится. Вот вытащили, видим, трава какая-то там есть. О, а вот этот мне нравится. Хороший заброс. Сейчас леску спрячем. Притопим, все отлично. Ну что, можно прикормить теперь оставшейся кукурузой. Мусор обязательно за собой весь убирайте. Не будьте свиньями. Итак, друзья, в общем, забросили мы наши три поставушки. Сейчас у нас почти полдесятого утра. Думаю, попробую сегодня приехать сюда вечером. Как раз они весь день простоят. Перенасадим кукурузу и оставим их еще на ночь. И посмотрим, что у нас из этого получится. Так что остаемся, все самое интересное только начинается. Ну что, друзья, вот и вечер. Приехал, в общем, думаю, сегодня вечером проверю наши поставушки на карпа. Завтра с утра не смогу проверить. Пригласили на рыбалку и буду в другом месте, в общем. Правда, здесь вот сидит рыбачок, как раз на том месте, ну, где я планировал, что кто-то будет сидеть. Ну, хорошо, мы их поставили по бокам и как раз не будем никому мешать. В общем, ладно, не будем терять времени. Пойдем проверим, ну и поедем домой, думаю. Посмотрим все-таки, поймали мы что-нибудь или нет. Ладно, погнали.
Не, никого нету. Все на месте было, кукуруза на месте. Так, первая пустая. Смотрим вторую. Тоже пусто. Тоже пусто. Так, ну что, третья, последняя, поедем домой. Есть что-то. Стой. Типа цака нет, я ничего нету. Охереть. За крамы, за самый краешек зацепился. Жесть, вообще висел кое-как. Охренеть, ребята, ну жесть, да? Офигеть, все-таки рыбка осталась здесь, осталась еще рыбка. Можно приезжать еще пробовать ловить. А? Красота. Вот это карпуша. А? Красавец. Вообще ништяк. Блин, здорово. Вот это да, ну кило полтора точно есть. Может даже больше. Красота. Ладно, блин, а у меня не садка, а нет, садок есть там вроде. Ладно, надо быстренько его отнести куда-нибудь. Хоть что-то сегодня поймал. Ништяк, вообще красота, блядь. Ребят, ну что, вот он, карпуша попался реально на эту снасть. Древнюю, древнегреческую, блин. На кукурузу. Последняя была третья закидуха. Я уже не думал, конечно, что здесь что-то осталось. Но сами видите, вот он. Карпуша, а? Реально. Еще рыбка есть. Есть еще рыбка. Еще можно приезжать, пробовать ловить. Красота. Ну что, ребят, снасть рабочая. Все, рыба есть. Ладно, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Будем еще экспериментировать с разными снастями, способами ловли. Все, всем пока. Бум!